Добрый день. Сегодня мы с вами рассмотрим моноблок фасовки обжима алюминиевых туб модели МЗ-400ЕД. Производительность моноблока 1800 штук в час. Поговорим об основных узлах. Начинается все с узла загрузки туб. Оператор выкладывает тубы в лоток подачи. Включает механизм распределения и установки тубы на моноблок. Далее. В зависимости от модификации, на моноблок опционально может быть установлен узел позиционирования тубы в случае наличия на ней фотометки. Но в данном моноблоке данная функция отсутствует. Также в зоне подачи туб может быть установлен этикетировщик. Теперь туба поступает в зону фасовки продукта, которая состоит из следующих элементов. Приемный бункер для загрузки продукта с датчиком уровня, поршневой дозатор с механической регулировкой дозы, датчик наличия тубы. В случае отсутствия тубы фасовка производиться не будет. После туба переходит на 8-позиционный пошаговый обжим, на последнем из которых установлен механический датировщик. После чего туба выгружается на лоток в любую накопительную емкость. Оборудование изготовлено для фармацевтических производств и соответствует требованиям GMP. Так, давайте начнем. Спасибо большое за внимание. Всего доброго.